Не угашать Духа Святого. Почему это важно? Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Мы все стремимся построить взаимоотношения с Богом. Мы все, стр... Мы все стремимся построить взаимоотношения с Духом Святым сегодня в нашей жизни. И, конечно, мы все хотим не угашать Духа Святого и жить, имея плоды, дары служения Духа Святого в нашей новой жизни с Богом. И мы знаем, что ничто, ни глубина, ни высота, ни сатана не сможет нас отлучить от любви Божьей. Спасибо Богу за этот дар, дар любви, любви Его. Но одна вещь, которая может на это остановить, это сам человек, своей воле. Вроде человек стремится жить по воле Божьей, но в то же самое время и противится воле Бога для Его жизни. Помните Савла, как он сильно любил Бога, но так, что подвергал гонениям Первую Церковь. Но спасибо Иисусу Христу, что Он пришел в жизнь Савла и изменил ее. И в нашей жизни Иисус Христос делает, меняет, подсказывает, что нам изменить. И иногда и мы противимся воле Божьей, Духу Святому. И это очень важно. Очень важно не противиться Духу Святому и не угашать Духа Святого сегодня и именно в нашей жизни. Угашать Духа Святого мы можем только мы сами, в себе и в наших братьях и сестрах. Именно поэтому, что это важно и пишется этот подкаст. Но это не окончательный вердикт. Не окончательное осуждение. Нас Бог иногда, как не делать неправильно, но в основном учит, как правильно поступить. И учит, как правильно поступать, а это не угощает Духа Святого. Задайте вопрос Богу, не, угашали, не угашаете ли Духа Святого сегодня? Помолитесь. Мы много говорим на эту тему, как что не делать и, и что, как, как правильно делать в построении взаимоотношений с Духом Святым. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы до конца разобраться на эту тему. Ничто не отлучит от любви Божьей. Ничто не может нас отлучить от любви Божьей. И это очень хорошее слово, обещание от Бога для нас. Откроем послание апостола Павла Рим, Римлянам 8 главу, стихи с 31 по 37. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с Ним и не дарует нам и всего? Кто будет обвинять из Избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осудит? Иисус Христос умер, но и воскрес. Он и Одесную у Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Это послание к римлянам 8 глава, стихи с 31 по 37. Друзья, никто не сможет нас обвинить, ничто не может нас отлучить от любви Божьей. Или, или если мы терпим скорбь или трудности, преследование или голод, наготу, опасность или угрозу жизни, то это значит ли, что Христос, Иисус Христос, разлюбил или покинул нас? Конечно же нет. Во всех трудностях с нами Господь. Во всех трудностях с нами Дух Святой и дела, которые Он делает через нас, Его. То, что Он делает, остановить невозможно, это Бог. Во всех трудностях и в нашей жизни сейчас с нами Дух Святой, и дела, которые Он делает через нас, это Его. То, что Он делает, остановить невозможно, это Бог. У человека есть право выбора. У каждого человека есть право выбора. И мы знаем, что даже Бога, его силу и величественность, которую Бог показывает каждому человеку, именно человек может отвергнуть. Откроем послание к римлянам. Первая глава, стихи с 18 по 21. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо, ибо невидимая его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетили в своих, и мрачилось неосмысленное их сердце. Это послание к Римлянам, 1 глава, стихи с 18 по 21. Здесь Павел говорит, что Бог показывает себя каждому человеку через свои творения на земле. Да, мы можем сказать через рассматривание размышлений о космосе, природы, устройства человека, друзья, а через исцеление, освобождение, чудеса, знамения, которые Он делает Духом Святым. Бог сделал доступным, что можно знать о Боге. Явно для них, потому что Бог явил им космос, природу, человека, исцеление, освобождение, чудеса и знамения. И это сегодня, друзья, в сегодняшнем дне, современное время. Человек не возблагодарил и осуетился. Но остается и нечесть и неправда человека, подавляющих истину неправдую. А невидимое его, вечная сила его и божество, от а создания мира через рассматривание творений видимы. Но человек не возблагодарил, но осуетился в умствованиях своих и не поблагодарили Бога. Человек может не принять Бога и жить без Него. Человек может не, не принимать, когда Бог исцеляет, освобождает, делает чудеса, знамения Духом Своим, Духом Божьим и даже может похулить Духа Святого. Плоды и дары Его служения. Но мы с вами услышали, когда Бог пришел в нашу жизнь. Бог нас привел в свою церковь, там мы покаялись с верой в Иисуса Христа. С верой в то, что Он сделал для нас, и в то, что Он воскрес на третий день. Он взял наши грехи и был наказан вместо нас на кресте. Но Он воскрес на третий день и нас воскресил вместе с собой. И теперь не я живу, а живет во мне Христос. Так, друзья? Бог нас очистил от наших грехов и исполнил нас Духом, Свят... Духом Своим, Духом Святым. И теперь Дух Святой присутствует в нас, освещает, ведет, свидетельствует. Он воскресит нас со всеми детьми Божьими и освободит во всей полноте и проведет к нашему Отцу Небесному. А пока мы живем на Земле, мы принимаем видение Духа Святого и то, что Он делает в нас и через нас. А это плоды его присутствия в нас и дары его служения через нас для церкви его. Не угашать Духа Святого. И почему это важно? Бога остановить невозможно. Духа Святого, духа Святого который в нас и служит через нас в церкви, остановить невозможно. Тем более, что мы уже приняли его как нашего Бога. Есть только одно маленькое но. Мы можем иногда угошать Духа. То есть не давать ему проявляться через нас, как мы лично так и в проявлениях его в собрании. Поэтому и Павел пишет в послании Фессалоникийцам, чтобы мы не угошали Духа Святого. В Новом Завете мало написано о том, об том, что мы можем делать плохого, потому что в Новом Завете есть только одно – это во Христе Иисусе. Через Иисуса Христа мы имеем мир с Богом, и мы ведомы Духом Божьим. Бог нас учит не тому, что неправильно, а учит, как жить, служить Церкви с Духом Святым. И это есть новая жизнь, жизнь с Богом. Бог нас учит не тому, что неправильно, а учит, как Духу Святому изменить нас и через нас служить Церкви Божьей на земле. И это и есть наша новая жизнь, жизнь с Богом. Друзья, задайте вопрос Богу, как Духу Святому через вас послужить вашему собранию. Спросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Духу Святому. Друзья, мы много путешествуем по страницам Библии и служение Духа Святого сегодня. Приглашаем вас в это путешествие. Подписывайтесь на канал. Пошлите вместе. А сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, то поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.